это как видео то снимаем, а потом снимать. Спасибо большое. Я сниму себе. Уже я. Приезжай, потому что разница есть. А в Пензе сколько такой автомобиль стоит? Не знаю, я что-то не могу. Нынче дефицит. Я мало. И, кстати, по поводу... Здравствуйте, ребят, всех приветствую, подписчики. Привет, друзья. В общем, к нам приехали сегодня с города Пензы. Вот сейчас осматриваем автомобиль. Вот. Да вы осматривайте, я так просто пока снимаю. Вот. Немножко другой формат просто поснимаем во время осмотра. Вот. В общем, Николай вчера забронировал автомобиль, сделал предоплату. Сегодня приехал вот с Пензы. Сейчас у нас 8 час. Мы удаем автомобиль. Хорошо, что лето, светло, поэтому можно хорошо посмотреть. Максималочка Нива Тревел, кстати, по тревелам люксовым именно дефицит, особенно белым цвете, реально очень мало. Очень много ищут белый цвет, чтобы был внедорожный объезд, он окрашенный вместе с крыльями, окрашен в цвет кузова. Рейлинги, тонировка задней полусферы, диски здесь 16 дюйма, красивые Pirelli, стоит стандартная шина мультимедиа, камера заднего вида, датчик парковки, обогрев лобового стекла, противотуманные фары, подогрев передних сидений, лифт водительского сидения по высоте. Вот, автомобиль 2024 года. Вот, гарантия все как полагается, по регламенту 2 года, либо 50 тысяч километров пробега для полноприводных автомобилей. Вот, сейчас посмотрим дальше оформление и выдачу, в принципе. Так, есть какие-то вопросы? Заведите, капот давайте откроем. А у вас была Нива? Ну, обычная Нива, да? Поработали. Мультимедиа с навигацией, как я говорил, в принципе. Ну там уже навигацию платить надо. Ну да, там. Капот давайте откроем сейчас. Смотрим. В комплектации идет домкрат, баллонный ключ и запасное колесо. Запаска на сзади. Притражка сделалась, то есть уровень жидкостей, масел, все это проверено, поэтому все сделано. Оптику можно проверить, то есть светофар. Нет, а ГБМ. А, вин номер где? Табличка? Нет, таблички нету никаких. Вин номер вот сюда выводится, вот он. Вот, кстати, можно сверить. Выписку электронного ПТС здесь 090-835. 090-835. Полностью не загулять на все. А, все понял. Нет. Нет. Открываем, глушим тогда, дойдем оформляться. Вот, друзья, стоимость этого автомобиля составляет... Надо бросать, давайте я помогу. Да, вот здесь открывается, вот она. И бросаем его тогда. Стоимость этого автомобиля составляет 1 550 000. Кто хочет себе такой автомобиль, обязательно обращайтесь, подписывайтесь на канал, приезжайте. Если не можете приехать, можете заказать доставку, я привезу вам автомобиль. Подъезду к дому в другой любой город. Вот, так что, друзья, доставляем практически через день. У нас водитель ездит, машину доставляет. Вот, вчера Энгельс был, скоро будет там Владимирская область, Московская область, Ростовская область. Так что вот так работаем, друзья. В общем, друзья, подписывайтесь на канал, мы пойдем оформляться. Обязательно приезжайте. До новых встреч, всем успехов, пока.